А какие ставки на финал Готовский против Адаева? Нельзя так сразу как бы включать камеру и задавать такой вопрос. Но я не знаю, ребята оба в хорошей форме. Я видел частично, как Леня готовился. Вот, как бы к этому турниру он очень сильно готовился. Прям вот, не знаю, никогда не видел, чтобы он так тренировался. Вот, а чисто, ну, я не знаю просто, как готовился Дауд. У Дауда очень много выступлений. И отсюда большой набор мелких травм. Вот, поэтому, ну, я бы, наверное, поставил на Леню, если бы у меня были деньги. Но поскольку у меня их нет, я ставить на кого не буду. Нагло надо сделать проход и отстоять. Самая жаркая схватка будет. Будет финал, конечно. Будет финал, как мы и запланировали. Будет финал. Это нормальный исход. Нормальное решение ситуации. Но будем бороться однозначно. Вокруг масса black belt'ов, там всякие звезды. А все зрители собрались на первом татами, облепили первый ковер, потому что там предстоит финальная схватка между двумя черными поясами. Российскими черными поясами. И нафиг все эти звезды. Они же меня не слышат. Закат.